Добрый день, дорогие друзья! С вами новости конкурса «Ашык Сахна», первого республиканского конкурса, в котором каждый желающий может выиграть возможность стать создателем самого настоящего спектакля. Наш первый тур закончился оглашением первых результатов. Мы узнали имя победительницы в номинации «Либретто», которой стала Мадина Алданова, журналист телевидения. Именно ее работа убедила профессиональное жюри выбрать ее либретто для постановки будущего балета. Именно сейчас проходит второй тур, когда участники номинации «Музыка», отобранные в первом туре, представят свои работы, созданные уже по теме либретто автора Мадины Алдановой. Всего у нас 5 участников-музыкантов, которые сейчас работают над своей музыкой к будущему спектаклю. Среди них есть и студенты, и выпускники творческих вузов. Уже совсем скоро мы получим 5 конкурсных работ в номинации «Музыка». И профессиональное жюри примет решение, кто же станет победителем и на чью музыку поставят балет. Мы желаем всем участникам удачи и вдохновения. А вам, дорогие друзья, советуем не пропускать и следить за новостями конкурса «Ашык Сахна».